Предлагаю приготовить на светлый праздник нежнейшую творожную пасху. Насыщенный вкус орехов, цукатов и в то же время воздушность блюда, многим придется по вкусу. Давайте приготовим. Пасха с орехами – один из самых простых и вкусных вариантов. При наличии современной техники не составит труда приготовить ее за считанные минуты. Важный момент заключается в гладкости и однородности массы, так как это влияет на структуру и вкусовые качества. Подготовьте необходимые ингредиенты. Творог пробейте погружным блендером до исчезновения крупинок или протрите через мелкое сито. Смешайте сметану, сахар и кокосовую стружку. Размешайте. Смешайте творожную массу со сметанной, добавьте мягкое масло, ванилин и еще раз пробейте блендером. В полученную однородную массу добавьте орехи и цукаты. Перемешайте. Подготовьте пасочницу. Вовнутрь выложите влажную и чистую марлю. Наполните форму творожной массой, слегка потряхивая, тем самым утрамбовывая. Накройте остатками марли сверху. Поставьте под пасочницу тарелку, а сверху гнет, уберите в холодильник, минимум на 7 часов. Поставьте под пасочницу тарелку, а сверху гнет, уберите в холодильник, минимум на 7 часов. Оформите по желанию и подавайте к столу. Отличного праздника и приятного аппетита!